Привет, Мухаязов. Попросили меня показать колбасу от Христофорыча. Хотя вроде как у него там все понятно. Но мне несложно. Покажу. Склад. Яйцеклад. У меня китайская нитка по цвету. Неон. Оранж. Альпака Ярн номер 2. Черный швейный Рюрикс. Пускаем так вот петельки. И пропускаем до самого конца. Альпаку надо плотно скрутить в один слой. Головка Унитрейд Блак. Ну и в каждый этот завиток прокладываем наш рюликс. Ну и все, миллиметров по 5 оставляем.
все. Мушку на сушку.